Google Pixel 3 XL показали на живом видео. В ролике снят процесс с распаковки гаджета. Видео также служит подтверждением, что смартфон полностью готов. Появилось живое видео с флагманским смартфоном Google Pixel 3 XL. В ролике, опубликованном на YouTube-канале /Leaks, показана распаковка устройства. Ролик подтверждает факт готовности устройства. Презентация нового флагмана ожидается в начале октября. В комплекте со смартфоном должны идти наушники USB-C, зарядка, переходник с USB-C на 3,5 мм, кабель USB-C, USB-C и адаптер с USB-C на USB. Изображение устройства демонстрирует вырез вверху экрана, как у iPhone X, при этом камера гаджета будет по-прежнему одинарной. Самые проблемные смартфоны. Ранее сообщалось, что эксперты назвали мощнейшие на сегодня Android смартфоны. Лидером был назван Xiaomi Black Shark. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.